Мне вообще очень понравился ясень, как дерево для диджериду. Прекрасно он играет. Вот. Покрытие у нас, как обычно, пятислойное покрытие лаком. Раструб у нас вишневый. И вот такой вот раструб. Дидж. Длина 1,60 м. Ой, 1,50 м, вру. Отлично умещается в машину поперек. Вот. Внутреннее покрытие полимерный лак, который очень толстый и выдержит у вас долгие годы эксплуатации без всякого там доработок. Нота у нас хорошая, ре, глубокая, прекрасная. Итак, ну что ж, поехали, продемонстрируем. Поиграем на новом диджи. Волшебный диджериду, волшебный для использования его в диджериду терапии и в шаманских или каких-то ритуалах. Дело в том, что у него какой-то создается определенный тон, который, я думаю, слышно на звуке было, который постоянен, помимо еще дополнительной игры. Вот. Это очень глубокий диджериду, реально он меня прямо сейчас зацепил. Вот. Хорошо держит дрон, раструб у нас вишневый, диджериду из ясеня.